На конкурс дети читают стихи. Ислаев Герман, 8 лет. Сергей Есенин. Я иду долиной. Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни, сердцем подпевая, только бы струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Выйду за дорогу, выйду под откосы, сколько там нарядных мужиков и баб. Что-то свищут косы, что-то шепчут грабли. Эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб? На земле милее, полно плавать небо. Как ты любишь дол, и так бы труд любил. Ты ли деревенским, ты ли крестьянским не был? Размахнись косою, покажи свой пыл. Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка, но косой выводит строчки хоть куда. Под весенней тучкой, под весенним солнцем их читают люди всякие года. К черту я снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу, я вам покажу. Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий? Памятью деревни я ли не дорожу? Ни почем ни ямы, ни почем ни кочки. Хорошо, косой в утренний туман выводить под долом травяные строчки, чтобы их читали лошадь и баран. В этих строчках песня, в этих строчках слово, потому и рад я в думах ни о ком, что читать их может каждая корова, отдавая плату теплым молоком.